Сносить нельзя отстраивать. Где поставить запятую в этом вопросе в отношении корпусов Самарского государственного социально-педагогического университета, решала коллегия, в которой принял участие депутат Госдумы Александр Хинштейн. Это, например, учебный корпус вуза по улице Антонова Овсеенко. Здание 70-х годов уже полвека без капитального ремонта. Эксперты рекомендовали ограничить доступ студентов и преподавателей в левое крыло здания, которое находится в аварийном состоянии, а также убрать библиотеку и запретить проведение любых мероприятий в актовом зале. Идет так и идет до первого этажа. То есть это вот самое такое небезопасное крыло. Непростая ситуация была и с университетским общежитием по улице Блюхера. Долгострой хорошо известный самарцам. Его не могут возвести с 90-х годов прошлого века. К чемпионату мира здание отремонтировали, но не хватило средств для финального рывка. Проблему все же удалось решить, и в новом учебном году общежитие примет первых студентов. 3 года назад у нас бывал тогдашний министр образования Ливанов и пообещал выделить деньги на завершение строительства общежития. Это было сделано. И сейчас общежитие практически готово, не хватает очень незначительной суммы. Удалось выделить дополнительно порядка 36 миллионов на завершение строительства общежития на Блюхере. В этом году дополнительно уже выделено 35 миллионов рублей на ремонты 2 корпусов, на Пушкина и на Максима Горького. Вижу свою задачу максимально способствовать наполнению дополнительными ресурсами, бюджетными средствами из федерации наш вуз, который, конечно же, является очень важной знаковой кузницей кадров. Корпус университетского общежития достроят к новому учебному году. И уже в сентябре он примет 500 своих первых студентов. Ольга Хамракулова, Константин Головин. События.